Я Рэй Донован. Ага, мы знаем, кто ты. Ты в ту ночь был на пристани. Не расскажешь, что случилось на самом деле? Тебе лучше не знать, что случилось на самом деле. Шоу-тайм представляет. Нам нужно найти твоего отца. У тебя есть сутки. Рэй! Тебя хочет видеть начальник ФБР. Мне нужно, чтобы ты не проболтался. Лучше давай по-хорошему. Я новый куратор по УДО. Я совершил ошибку. Быстро за мной, иначе я тебе такую ошибку совершу, что мало не покажется. Рэй, нет. Я сказала нет. Надо поговорить о вашей жестокости, Рэй. Я люблю свою семью. Он купит мне дом моей мечты и устроит Бриджит в лучшую школу города. Взятка. Я хочу написать книгу о Салли Салливане. Приехала репортерша из Бостона, Кейт Макферсон. Не подпускай ее к Мику. Кокрейн не дает мне поговорить с Фрэнком Барнсом, а вы со своим отцом. Тут целая история, и вы так усердно ее от меня скрываете. Какое первое правило, когда все летит к чертям? Не проболтаться копам! Ты ни о чем не можешь позаботиться. Ни о своем отце, ни о репортерше, ни о жердяе из мотеля. Ты мешаешь очень опасным людям. Тебя это очень напрягает, да? Когда ты не управляешь ситуацией. Номинант «Золотого глобуса» Лив Шрайбер. Мы можем все им рассказать и сесть в тюрьму, Эзра. И лауреат «Золотого глобуса» Джон Войт. Я все еще твой отец. И ничто этого не изменит. Так кто из вас сядет в тюрьму? Ты или Рэй? Мы все знаем о вашем муже. Он, по сути, уличный хулиган. Послушай меня! Он меня прижал. Я все расскажу. Если ты это сделаешь, то Терри, Банч и Дэрол, все они сядут, а не только я. У тебя все под контролем, Реймонд? Рэй Донован. Новые серии. Скоро на Ньюс Студио.